Ну вот прошло 15 минут, мы имели 20 литров меланжа, это так называемый профессиональный термин битых яиц. Это исходный материал, из чего мы их выкупали. Кстати, прошу обратить внимание на мой подгузник. Вот он. Это для того, чтобы не так сильно ляпалось, а потому что оно потом вообще не отстирывается. Разрешаю поставить лайк, написать положительный комментарий, ну и подписаться. Можно и отрицательный. Выбор за вами. Спасибо за внимание.